Ну, на самом деле, чтобы сделать простого чат-бота, достаточно разобраться просто в самой платформе, которая предлагает создать этого чат-бота. То есть и дальше уже смотреть, изучать. Ну, это вот, знаете, я, наверное, сравню с флешем. Помните, там лет 15-20 назад флеш был страшно популярен, но просто нарисовать анимацию было легко. А вот запрограммировать ее так, чтобы там все возможные алгоритмы крутились у вас там всякие, это уже было сложно. Этим уже далеко не все умели пользоваться. Вот примерно это вот такой же, наверное, технологическая вот как бы сущность, она похожа, вот флеш, да, то есть нарисовал и все, в общем, работает. Но сделать там кнопочки, чтобы оно там какими-то действиями, это уже нужно было знание программирования, так и здесь. Нужно овладеть там, языком программирования, на котором, собственно, который использует сама эта платформа, фреймворк. Второе, это нужно знать язык так называемой разметки AML, с помощью которых вы можете составлять все возможные деревья. Да? То есть, как бы, если это, то это, если то, то то. И, грубо говоря, присваивать переменные в ходе диалога. Ну, то есть, чтобы вы помнили, о чем там 5 фраз или предложений назад была речь. Ну и, в принципе, нужно знать там семантику, лингвистику русского языка, понимать, что такое там предлоги, окончания, как, собственно, анализировать. Ну, потому что там порядок слов может меняться, там окончания вы можете какие-то отсекать. Ну, то есть, ну, я не скажу, что это суперсложно, но...